третий год своего проведения казахстанский круглый стол по скважинному инжинирингу KDR состоялся 21 сентября во Дворце независимости Астаны. Мероприятие было организовано компанией TMG Worldwide при партнерской поддержке АО НК «Казмунайгаз» и научно-исследовательского института технологий добычи и бурения «Казмунайгаз». KDR – это самое крупное ежегодное региональное собрание руководителей и экспертов в области бурения и добычи, представляющих ведущие отечественные и международные компании. Меня зовут Сакиев Тимиргали. Я представляю национальную компанию «Казмунайгаз», департамент по управлению и сервисными активами. Здесь на KDR уже участвую третий год. Вот, и с каждым годом намечается тенденция роста привлекательности данной программы, связывающей не только буровиков, но и сервисные компании. В перспективе я вижу, что на самом деле много вопросов решается здесь за круглым столом, где принимают участие не только казахстанские специалисты, но и специалисты из-за рубежа, в том числе из ближнего нашего соседа, это с Российской Федерации. Я желаю будущим KDR еще больше успехов, еще больше привлечений со всех других близлежащих государств, вот, и решать актуальные задачи на более качественном уровне. В этом году в форуме KDR приняли участие более 240 высокоуровневых делегатов из департаментов по бурению и добыче всех крупных региональных нефтегазовых операторов, а также ведущих поставщиков технологий и услуг по бурению и добыче. Наряду с партнером мероприятия АО НК «Казмунайгаз» в список участников вошли представители компаний «Норд Каспиан Оперейтинг Компани», «Тенгиз Шевройл», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг», «Сатпаев Оперейтинг», «Мол Групп», «Газпром Нефть», «Эксон Мобил», «Тоталь», «Урихтау Оперейтинг», «Каспетро Дриллин», «KTIB», «Нейбарс Дриллин», «Паркер Дриллин» и многих других. Добрый день, меня зовут Аркадий Голубь, представляю компанию «Нави», в частности, департамент заканчивания скважин. Это наш первый приезд на KDR. Мы стремимся предоставить услуги по проведению многостадийного ГРП, проведению нижнего заканчивания и распространению территории Казахстана, в частности, предоставления сервиса и оборудования. Для нас приезд на KDR – это возможность встретить новых людей и, в частности, найти новых партнеров и, возможно, заказчиков, и активно развивать бизнес на территории Казахстана по нижнему заканчиванию и по заканчиванию в целом. Я желаю всем удачи на этом форуме. В этом году KDR проходил в расширенном формате, включив в свою программу как сессии по бурению, так и по добыче. Среди ключевых тем форума были горизонтальное бурение и ERD, буровые растворы, зарезка боковых стволов, повышение нефтеотдачи пластов, разработка зрелых месторождений и многое другое. Дискуссии проходили в трех залах одновременно, каждый из которых, в свою очередь, был разделен на 4 тематические сессии. С участием руководителей и экспертов в каждом пленарном заседании, а также интерактивным взаимодействием с участниками, KDR обеспечил оптимальную платформу для открытых дискуссий, обмена знаниями и пониманием передовых практик работы в Казахстане и соседних странах. I'm sure it's going to be very fruitful for all the participants to participate in this KDR. Thank you. Участники KDR смогли встретить друзей по отрасли, текущих партнеров, а также найти новые контакты. Расширенные кофе-брейки и обеденный перерыв предоставили отличную возможность для делового общения. По завершению официальной части мероприятия участников ожидал коктейль-прием с отличным выступлением местной казахстанской группы. Все это создавало великолепную атмосферу для неформального общения.